Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Chevrolet Epica 2008 года выпуска, 2.5 автомат. На этом автомобиле мы сегодня заменим подушки двигателя, две штуки. Все менять пока не будем. Заменим масты, которые чаще выходят из строя. Это подушка со стороны ГРМ и задняя, ближе к кузову, которая. Для чего мы это делаем? У автомобиля появилась вибрация, когда разогревается автомобиль, обороты понижаются. При включении передачи идет на холостых дрожь. Дрожь ощущается на кузове, на руле. Чуть газку подкидываешь, все, этого не ощущается, а вот именно на таких. У меня на моем автомобиле также такие же симптомы, но чуть мягче. Здесь более жестче это происходит. Заказали оригинальные подушки. Уже экспериментировать не стали другие, да и других, честно говоря, и нет. Сейчас мы поднимаем автомобиль. Подлазим, смотрим, снимаем защиту и смотрим, как удобнее нам заменить заднюю и верхнюю подушку. Верхнюю я точно знаю, что там надо будет снимать расширительный бачок. Приступаем. Снял металлическую защиту. Теперь мы снимаем пластиковую защиту. Мы снимем и одну, и вторую снимем. Вторую не знаю для чего, но пусть будет. Для этого мы откручиваем болты на М6 и снимаем их. Подушка, видно, просела. И вот внизу она касается нижней части. Из-за этого идет вибрация. Вот так вот. Чтобы снять подушку, нам надо снять лыжу. Открутить здесь два болта. И открутить вот спереди. Тоже два болта. И открутить подушку. Но спереди у нас подушку удобно открутить. Вот он болт, он выходит. А вот здесь вот подушка. Видите? Болт упирается в штаны. И вытащить мы его не вытащим. Вот он болт, вот штаны. Для этого сейчас откручиваем сами штаны. А резьбу я почистил немножко. Забрызгал ВД-шкой и начал откручивать. А чтобы не посрывать резьбы, будем откручивать туда-сюда. Вот таким образом. Все, это-то у нас пошла. Да, это пошла. Головка здесь на 14. Торопиться не надо, тогда у нас шпильки и гайки останутся целые. Немножко откручиваем, брызгаем, закручиваем. Вот как видно, это тоже пошла у нас. Таким образом откручиваем все, которые трудно крутятся. Вот как видно, все гайки я на приемной трубе на штанах открутил. Все, шпильки целые, гайки целые. Также открутил сзади три гайки, тоже целые. Теперь мы снимаем вот этот подвес резиновый. Для этого, чтобы его не порвать, мы возьмем сейчас сверху, его немножко отожмем и туда брызнем ВД-шки.
Вставляем отвертку. Все, сняли мы наши штаны. И вот видно, что теперь мы до этого болта можем легко подобраться. Сейчас мы откручиваем оба болта на подушках, передний и задний. Головка там на 17. Потом откручиваем лыжу. Также два болта сзади, вот этих больших. И два болта спереди, тоже на 17. И тогда мы уже сможем лыжу снять вместе с подушками. Ослабил болты спереди и сзади. Полностью открутил гайки на подушках, на передней и на задней. Также открутил, здесь трубка идет гидроусилителя от балки тоже ее. Не от балки, а от лыжи открутил. И поджал гидроупором. Сейчас откручиваем 4 болта. Приопускаем упор и уже снимаем лыжу с двумя подушками. Так, все, болты я открутил. Отпускаем наш упор. Выдергиваем болты с подушек. И снимаем лыжу. Все, вот она наша лыжа. Вот она наша задняя подушка. Видите, она просто даже уже без двигателя, она прижата снизу. Вот она. И там он видно, как она в этом месте лежала и вибрировала. Поэтому начинайте всегда, если у вибрации есть, с задней подушки. Сейчас новую покажу, как новая выглядит. Вот она, новая подушка. Видите, как? Какая разница? Здесь эти лучи вот так вот вверх идут, а здесь они просто уже выровнялись. И вот эта подушка, она получается задняя, она самая дешевая по отношению к остальным подушкам. Что-то 1700 рублей, что ли, 1710 получилось, где-то так. Ладно, меняем. Откручиваем здесь два болта на 14 и переставляем подушку. Номер подушки-то я не сказал. Вот он номер. Где наша резкость? 966-40-071. Оригинальная ЖМ-овская. И это еще не все. Оказывается, переднюю подушку тоже надо менять. Хоть она и не просаженная так, как задняя подушка, но она разорванная. А мы ее не заказывали. Что нам еще предстоит заменить подушку? Смотрите. Вот. Странно. Вырвано практически полностью сзади. Ладно, предстоит нам еще работа по замене передней подушки. Берем балку, вернее лыжу.
и заводим ее. На подушке. У нас получается болты разные по длине. У нас задний длинный, передний покороче. И наживляем болты, которые у нас держат сам подрамник. Болты я эти смажу. Вот такой медной смазкой. Так, задние болты у нас подлиннее. А передние у нас покороче. Так, ну что, все мы наживили, теперь мы их протягиваем. Все, болты протянул, подушки протянул. Также не забываем закрепить трубку на гидроусилитель, который у нас идет здесь по балке. Здесь два болтика М6. Их затягиваем. Так, ну что, почистил маленько шпильки. Берем штаны. Он сзади тоже побрызгал шпильки. Одеваем сначала задние. Одеваем наш резиновый подвес на место. И теперь одеваем штаны. Также болты, которые здесь на планку, вот на эту идут, мы их тоже мажем. И помимо этого еще.
Вот, мы все наживили. Берем, протягиваем. Все, штаны я протянул полностью. И сзади, и спереди подушку одел. Ставим пластиковую защиту с одной стороны и с другой. Ставим металлическую защиту нашу. Антифриз я слил. Снимаем мы сейчас вот этих три хомута и снимаем патрубки. Сильно не давите, чтобы не повредить носики. Берем головочку на 10, откручиваем две гаечки. Все, бачок мы освободили. Здесь у нас кронштейн, на котором еще сидит бачок. Снимаем с кронштейна и снимаем со шпилек. Патрубки мы все отцепили. Вот он, новый патрубок, то есть новый бачок. Ставили его не так давно, трубка уже вылезла. Сейчас осажу эту трубку на место и края здесь подклею. Поставил подсветку. Сейчас снизу поддомкрачиваем маленько двигатель и снимаем эту подушку. Подушку мы меняем. Для этого мы откручиваем три гайки и один болт. Так, гаечки здесь на 17. Так, поддомкратил маленько двигатель. Вот это у нас топливная трубка идет на рампу. Мы ее трогать не будем. Если она будет мешать, мы ее снимем. Но в данный момент пока мы ее трогать не будем.
его открутили крепление, снимаем вот этот упорный кронштейн. Кронштейн сидит у нас на подушке. Вот эту подушку мы и меняем. Так, для этого мы откручиваем три болта, головка на 14. Вот она, наша подушка. Новую подушку мы будем использовать оригинальную. 948-00-890. Вот такая. И если видно, она не болтается. Сейчас покажу старую. А старая была, видите, упиралась на металл уже, и она вот она болтается, а это сидит жестко. Это уже раздавлена подушка. Берем подушку. Нашу новую подушку и устанавливаем ее. Крепим на три болта. Протягиваем. Так, ставим кронштейн. Протягиваем. Все, кронштейн протянул. Берем бачок, устанавливаем его на место, одеваем здесь на кронштейн и одеваем на шпильки. Заводим на место вот эти патрубки и защелкиваем их. Наживляем.
Одеваем хомуты. Все. И заливаем антифриз. Замену подушки со стороны цепи ГРМ мы закончили. Также мы поменяли нижнюю подушку, но нам предстоит поменять еще переднюю подушку. Это чуть позже. Но сейчас уже даже сейчас заметно, что двигатель приподнялся, и вибрации сейчас уже даже с той порванной подушкой не будет. Потому что задняя четко лежала внизу, а эта подушка была просажена, и она болталась. Это видно было. На этом все. Всего вам доброго.